Здравствуйте. Дом из газобетона. Утепляем фасадной базальтовой минераловатной плитой Изовол F150. Плотность 150 кг на кубометр. Видите, плита более темного цвета, более плотная, чем обычно. Значит, используем систему утепления Церезит. Приклейка осуществляется на клей Церезит ST180. Базовый армирующий слой будет выполнен клеем Церезит ST190. Как видите, вверх выведена сетка, потому что сверху будет полоса выполнена в планкине. Видите, сетка выведена как раз вверх, в месте примыкания. Стены достаточно ровные. Сейчас я подойду поближе к ребятам, чтобы запечатлеть их работу. Леша, покажи. Во! Красота какая! Все равно ты у меня в кадр попал. Ты любишь сниматься, я знаю. Окантовка или пухи? Видите, перевязка по углам, разбежка между листами, вышки по углам оконных дверных проемов. Удаление корольков в стороне включений. Так, обойдем дальше дом. Как видите, здесь фасад уже заклеен. Дальше просто планкин идет. Там не клеится вата. Вот как выглядит в работе. Минеральная вата. Гэшки, разбежки. Аппликации вокруг окон. Все это нужно делать, чтобы полностью соблюсти технологию утепления отделки фасадов. Подписывайтесь на наш канал, ставьте лайки. Счастливо, до свидания.